друзья. Итак, несмотря на такую жаркую погоду, плюс 32 градуса окружающей среды, все-таки мы работаем, несмотря на сложности. Дошли до бетонной подготовки. Вот устанавливаем бетонную подготовку. Трамбуем под ним щебень гранитный наш, который мы привезли очень за выгодную цену. Сейчас я позже все расскажу. Значит, установили оголовки свои на отверстия, на лунки наши. Оголовки у нас оцинкованные воздуховоды диаметром 250 миллиметров. Далее сейчас покажу еще, чем мы его будем трамбовать. Вот этот щебень, так как тут просто деревяшками, виброплитой, это не даст нужного результата. Я сейчас вам покажу оборудование, с каким оборудованием мы его будем трамбовать. И еще некоторые вот такие моменты строительные тоже покажу. Например, сейчас покажем, как будем трамбовать нашу щебневую подушку. У нас вибронога фирмы Диам. Сила удара здесь у нас идет 13 килонетон. Тогда сейчас ближе посмотрим характеристики. 13 килонетон, глубина уплотнения 600 миллиметров, 75 килограмм. Ну, в основном тут характеристики важны, это килонетон силы удара. То есть это 13, то есть полторы, ну, грубо, тонны 300 на квадратный метр. Заводим оборудование, включаем здесь, открываем подсос, горячую можно... Закрываем подсос, горячую можно открывать. В качестве опалубки используется 40 на 100, так как этого достаточно и для подпорок, и для фанеры устанавливать как ребро жесткости. Нынче беломатериал дорогой, поэтому приходится вот в толщинах как-то экономить, создавать хотя бы прибыльное строительство, практичное, то есть практичное, чтобы нигде лишнего не переплачивать. Также вот эти вот оголовки я видел и сам делал как-то по ошибке давным-давно. Из рубероидов бывало, из гидроизоляции, да, вот делаешь цилиндрическую форму гидроизоляции, и засовываешь туда в отверстие и как бы на него заливаешь бетон. Но эта практика не очень-то такая приемлемая, можно сказать, потому что гидроизоляция налево-направо болтается. Иногда может разорвать бетон гидроизоляции, и все вывалится. И вся вот эта вот работа проделанная идет на смарку, и на это смотришь, и плакать охота. После чего вот искал я очень много вариантов цилиндрической формы труб 250 миллиметра, диаметра миллиметром и 300-го.
и все-таки вот остановился на металлической трубе. Она сейчас тоже подорожала два раза практически, но практичнее этого материала пока не нашел. Пластиковые трубы тем более дороже по сравнению с этим. Бумажные, картонные еще есть специальные технологические, вот придумали там в странах за границей, используют картонная бумага такая жесткая, но погонный метр там тоже около 1000 рублей, это неприемлемая цена. Даже вот эта вот металлическая, она чуть меньше сейчас стоит, где-то 900 рублей за погонный метр. Поэтому вот такой вот порядок строительных материалов мы используем. Друзья, у нас сегодня приехал бетон. На улице невыносимая жара была сегодня целый день. 30-35 градусов жары. Поэтому дождались конца рабочего дня. Вот заказали бетон. Приехал. Сейчас спокойно в хорошем температурном режиме заливаем нашу бетонную подготовку. Она у нас толщиной 100 мм, шириной 600 мм. Как в предыдущих видео можно заметить, мы устанавливали оголовки свои из оцинкованных труб, устанавливали опалубку под бетонную подготовку, а также пространство между котлованом и низом доски, заполняли щебень и трамбовали виброногой. Виброногой и послойно несколько раз проходя, 2-3 раза проходили, она опускалась, тем самым сверху добавляли щебень, трамбовали также. И вот пока вот не перестала она вот утрамбовываться, до тех пор трамбовали. Щебень у нас, как я уже говорил, шлаковый здесь, из гранитный щебень шлаковый, фракции 20/40, марки 800-1000, аналогично с материалом, как гравий по плотности, по прочности. Мы немного сразу заранее удлинили лоток из оцинкованных листов, ширину в 1 метр, в длину 2 метра пополам разрезали, соединили с двумя вот досками, сделали такой вот интерактивный лоток и вот заливаем. Далее уже таким способом бетонную подготовку нашу. Завтра уже приедет у нас геодезист, до завтрашнего дня высохнет, дадим отметки на ленту. Как видите, да, у нас сваи не залиты еще, так как мы сейчас здесь решили заливать, я сам предложил такую идею, чтобы сваю и ростверк вместе залить, чтобы наш фундамент был цельномонолитный, как единая кость, без всяких там связок, холодных швов и так далее, как единая кость. Вы сами понимаете, да, кость его сломать невозможно. То же самое, что и с этим фундаментом будет. Бетон мы сюда тем более будем заливать и на сваи, и на ростверк. Гидробетон W8, чтобы не подвергалось к влаге.